На городской летней эстраде ансамбль эстрадной песни «Ренессанс» подготовил ретро-вечер «А завтра была война». Звучали известные военные произведения. В то время патриотическая песня объединяла целые народы, и в этом была ее огромная сила. У каждой своя история, свой поэт и композитор. Много лирических песен о войне написано уже в наше время, и они так органично входят в нашу жизнь, что мы начинаем считать их рожденными в годы войны. Яркий пример тому песня Игоря Матвиенко и Александра Шаганова «Там за туманами». Там за туманами, вечными пьяными, там за туманами любят нас и ждут. Военные гимнастерки, костюмы и декорации переносили зрителей в то далекое время и создавали реалистичность обстановки. Выступления никого не оставили равнодушным. Десногорцы поделились, что для них значит День памяти и скорби. Я всегда чту память и погибших, и живущих. Считаю, что это мой, во-первых, долг. Я работала учительницей долгое время. Вот, и прививала детям любовь, патриотизм. Наши деды, отцы, деды положили голову почти через одну семью. Завершилось мероприятие «Минуты молчания».